Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Aqua Hybrid 2016 года. В синем цвете бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, мощностью 74 лошадиные силы. Гибридная установка на 45 кВт. АКПП передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида. Литые диски, хорошая зимняя резина. Установлены ветровики, имеется повторитель в зеркалах. Пробег 116 тысяч километров. По салону красивый темный ухоженный салон. Комбинированный, ткань, кожа, не прокуренный. Система курсовой устойчивости, подогрев сидений, режим эко, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, мультируль, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал, корректор фар, контроль полосы, помощь предотвращения столкновения, 4 стеклоподъемника.